Приехал на металлолом посмотреть, что там продают, что-то может интересненькое. И был удивлен. Люди, смотрите, что сдали. Мопед. Мужик говорит, он еще на ходу. То есть там, если провода, аккумулятор подключить, то можно и на нем поехать. То есть ездили, кому-то приспичило денежку получить. Вот такой вот мопедик на металлку кинули. Смотрите, полностью корпус, то есть нету пластика. К нему ничего. По-видимому, так и ездили. Смотрите, колеса, кстати, целые, не пробитые, что переднее, что заднее. Там надо смотреть свечу. Свечу выкрутили, понятно, что делать. Но, тем не менее, видите, на ходу. Я не удивляюсь, что сдают люди вообще. Просто трэш. Честно, просто трэш. Вы видели такое? Понятно, что без документов, но на ходу.